А долго по времени ехать? 5 минут. А, слава богу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете уже, да? Нет. А, нет еще? А со скольки вы начнете? А то я смотрю... А, все, извините. Подскажи, сколько экспресс стоит? Я не вижу. А, хорошо, спасибо. Нет. Извините, а вот где заплатить? Внизу? Касса внизу. Внизу, да? А, спасибо. Здравствуйте. Карты нет уже в нашем магазине? Нет. Давайте сделаем, она бесплатная. Хорошо. На компьютере. Только хожу здесь и ни разу не заходил почему-то. Только что здесь шел с матерью и не увидели. Здорово, мы рады, что зашли к нам. Приходите почаще. Да. 91 рубль. Так, и номер телефончика скажете? Да. Ежик и курва. Здрасте. Здравствуйте. Да. один капучино, будьте добры. Мы на междел уходим. Ага. Что вы сказали? Не, нет, спасибо. Я здесь постою и уйду. Здравствуйте. Здравствуйте. Тарелочки пошли, вот и растет. Это очень приятный цветок. Прялочки, тарелочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вы не подскажете, вот такая тематика просто такого рода ножи не продается отдельно? Отдельно нет. Каждый раз захожу к вам, появилась масленка, не видел. Ну хорошо, спасибо. Спасибо. Алло. Кamennoostrovsky недалеко от этого, как его. Ну, ты что? Так. Ну давай, я зайду, прогуляемся. Да не надо, какого Льва Толстого? Улица Рентгена, улица... Дойти, там идти недалеко, сейчас я по-быстрому... Я ушел за Австрийскую площадь, сейчас я быстренько вернусь, мне минут 10 идти. 7. А, так это другое здание получается. А, хорошо. А, вот так даже. Прям спортсменка рекорд поставила. Ну хорошо. Ну, молодец, что ты хоть взялась за ум. Тяжело. А соображать надо. Это дело хорошее. Это не воспрещается. Как у некоторых надо добавлять всегда к этой фразе. Обязательно. Иначе фраза недостаточно выразительна будет. Да. Ну, а да, не было дождя. Я гулял, не было дождя. О. Австрийская площадь. Я сейчас иду. Ее русские построили, но действительно она напоминает Австрию. И такая патинированная вся. Ой, красота какая великолепная. Название неплохое, между нами говоря. Но этим Бармалеем, да, и они бы переименовали в какое-нибудь дебильное название. Чтобы по-русски лишь бы все было. А так австрийское. Прекрасное слово, выражение. Ага. Ну ладно, все, давай. Смотри под ноги. Да, все, давай, да. Ага, все. Крема. Надо эту самую завернуть, я попробую шарлотку. Ай-яй-яй-яй-яй. Обляпалась. Свиньи пришли. Не поешь, нормально. Попробуй шарлотку, мне понравилось. Это макарон. Мне понравилась шарлотка, очень нежная. Понравилась, очень нежная. Ну попробуй ты. О, Господи. Слушайте, а что здесь находится? Я все время здесь ходил 30 лет сюда, сейчас пришел, все такое другое. А это что, кафе? Ага. Ага. То есть можно в этом прекрасном амбиянсе кофе выпить, что ли, хотите сказать, так? О-ля-ля. А, я буду знать, я все время сюда заходила, сейчас иду, давно не был просто здесь. А давно вы работаете? Слушайте, а, меня год не было, значит. Я 30 лет сюда ходила, на этот дебильный завод. Ужас какой. Великолепно. Спасибо большое. Я зайду попозже. Спасибо. Охренеть. Ага. Скажите, пожалуйста, а с еды вы сказали, поесть можно? А что быстро приготовить могут? Нет, здесь. Сейчас с собой. Ну, просто чтобы я понял, да. Так, там одна-две позиции и все. Какие-нибудь. Слушай, ну, грубо говоря, там пиццу делаете или нет? Ну, сразу же. Нет, да? А что? Ага. А, я понял. То есть забежать можно. Ну, это не... Ну, хорошо, там в течение получаса можно, да, поесть? А, да? Хорошо. Ну, ладно, все, бежал. Спасибо большое. Спасибо. Привет. Можно?